Вы видели, когда сидели у врача, там как раз моя карта была на столе, и они прочитали там, и потом... На координаторскую вы меня дождали, когда там обходы закончатся, да. Тебе пройти за руку, тоже держать, посмотри. Там дважды у тебя сердце было. И девушка твоя супруга, которая, она большая, молодец, конечно, да. Что она их поддержала тебя. Привет вам, кстати, передавал. Спасибо большое. Уже такие две единицы у тебя роскошные, появились, просто молодец. Здорово, очень хорошо. Ну, все хорошо, да. Ты так вот смотришь на тебя и понимаешь, что все не зря. И... Не вообще. И за работу радостно, и стыдно. Солдатика спасти всегда приятно. Такого молодца твои. Да, спасибо. Прям очень сильно благодарен. Давно хотел встретиться, там сказать, вообще не получалось. Вроде приезжаешь в Москву, хочется заехать, но там узнаешь, нет у вас. А смысл было заходить, как бы нет у вас. Ну там. Ну, я же один там. Ну я знаю, целый, но все равно целый, вот самый такой труд. И военная колыбельная у нас с тобой была. Она как раз исполнена для усыпления. На поле так играли солдаты при последнем бою молодого командира. Если справиться я могу. Колыбельная в военном травматизме такая. Потому что самые такие теплые воспоминания. Самые теплые месяцы в жизни. Да, в жизни. Иногда помню... с моим участием, иногда без, но целый месяц. Да, и я помню, как один раз вы в отпуск уехали, и мне так было обидно тогда. Я вас ищу, нету. Где нет. Мне было вообще очень много. Ты когда к нам попал, он на следующий день ушел в отпуск. Поэтому мы с тобой потом, в общем-то, вместе с лицом к лицу. Да, да. Трудился. А на сколько было тебе? Ну, два раза умирал, то, в общем-то, сам понимал. Что серьезно было. И даже очень. Могли не поболтать спустя 6 лет. Да. Смогли? Да, спасибо.